Здорово всем! Попал в руки китайский приборчик, толщиномер. Цена его около 13 долларов, то есть он такой довольно-таки дешевый. Понятное дело, что он не меряет как профессиональный толщиномер там, с точностью там, до микрона. Но этот толщиномер округляет, и в принципе, если был в автомобиле какой-то серьезный ремонт, он покажет. Пробовать мы будем его сегодня на примере моего автомобиля Renault Scenic 2. Я этот прибор не покупал, мне просто его дал побаловаться знакомый. Если кому-то надо будет ссылочка, пишите в комментариях ссылочку в описании к ролику, тогда кину. Для того, чтобы начать измерять автомобиль, который вам интересен, рекомендую в интернете найти толщину лакокрасочного покрытия, которое идет с завода. Я брал на примере Renault Megane, который также производится, как и Scenic в Европе. Толщина краски с завода в нем должна быть около 150 микрон. Ну, плюс-минус, понятное дело, погрешность кое-какая допускается. В своем автомобиле я знаю места ремонта, поэтому покажу вам досконально, где, так сказать, эти места находятся. И сразу такое небольшое отступление. Именно там, где был ремонт, и начинают появляться кое-какие неприятности с кузовом. Где краска заводская, где лакокрасочное покрытие не нарушено, никаких проблем в Renault Scenic 2 с кузовом нету. Хотя и автомобиль уже 15 лет. Ладно, погнали. Долго снимать у нас не получится, не дадут мошки. Вон они машину уже облепили. Ну, погода идеальная, без ветра вообще. Да, кстати, у всех с наступлением лета. Итак, вот сам приборчик. Одел перчатку, потому что сразу рекомендую, перед тем, как проверять автомобиль, его вымыть. Но я его так протер, и перчаткой будем место, где будем измерять, будем так предварительно протирать. Включается приборчик одним нажатием кнопочки. Все, видим, он у нас включился, показывает в микронах. Сразу скажу, в сценике крылья у нас пластиковые, они, как и бампера, не измеряются. Ну, давайте попробуем сразу, вот, например, по стойке. Прилажу прибор, и вот видим, он пишет у нас 0,10 микрон, то есть 100 микрон. Так как он округляет, то неизвестно, сколько это. Это может быть и 130 микрон, и 140, то есть округляет он до 10, либо ну, до 0,10, либо до 0,15. Дальше идем. Сразу автомобиль, конечно же, начинает измерять с крыши, потому что крыша, ну, вообще считается место такое. Если уже крыша повреждена, то автомобиль вообще тогда лучше не брать. Так, меряем здесь крышу, ставим. Тоже 0,10. Идем дальше, ставим. Видите, уже 0,05. Ну, то есть он округляет так, по-дерьмовому. Здесь вообще 0,015. Давайте здесь. Здесь 0,025. Здесь 0,10. Здесь 0,15. Здесь 0,15, то есть 150 микрон. Здесь 0,10. То есть видите, что вроде, блядь, ставили в одно место, было 0,25, и теперь уже ставишь опять в это же место, уже пишет 0,10, 0,15. Ну, то есть, ну, китаец, что тут скажешь. Ставим в то же место, уже 0,10. Хрен пойми, короче. 0,10. Ну, не знаю. Я лично думаю, что вот эта арка красилась, хотя она нигде не пошла, она полностью целая. Бля, вот это мне мошки дают жизни. Ну, вот тут вот песка струится, и краска начала слазить. Я просто сам брал, наклеивал пленку, грунтовал и закрасил. Ну, понятное дело, это надо нормально все зачистить, нормально перекрасить. Но я знаю, что по заводу, когда красят, здесь должна быть лента такая, ну, целочка так называемая, вклеена. И вот эта сторона, она по цвету никак не отличается. То есть, вот эта сторона, я так предполагаю, что, ну, она не красилась, не было ни бита, ничего. То есть, видим, тут 0,05.
Здесь 0,05. То есть, ну, эта сторона целая. Проемы вообще могут не пробиваться, потому что тут краска совсем тоненькая. Да, видим, по нулям. Вот эту пленку, это я уже сам клеил. У меня здесь не было молдингов. А здесь вот на этих порогах здесь уже молдинг есть. Так, ладно, давайте еще дверь посмотрим. 0,10. Ну, по крайней мере, можно убедиться для себя. Здесь 0,20. Здесь 0,10. То есть оно пляшет, оно округляет. Ну, ладно, не суть. Пойдем покажу, где точняк есть шпатлевка. Да, крышка багажника тоже, кстати, целая. 0,05. Здесь можно померить. 0,10. Ну, а теперь давайте посмотрим, где точно есть шпатлевка, где точно есть ремонт. Когда погода сухая, солнечная, имеется отличие покраски вот этой части, хотя тут никакой полосы не видно, ничего, вот этой нижней части до молдинга. Когда я снимал молдинг, видно, что он до половины красился. И дверь, это, ну, по цвету не отличие. Ну, то есть, вот здесь отличие есть. И идет отличие от этого порога. То есть, порог, вот эта арка красилась. И видим, что здесь пошла, ну, колется шпатлевка. То есть, тут идет стопудово шпатля. И шпатля это идет, сейчас покажу, до какой высоты. Смотрите, здесь идет вот 0,40. Ну, блин, еще, конечно, песок влияет. Здесь идет 0,20. Здесь идет 0,20. Вот, видим, что вот здесь вот лежит шпатлевка. Он уже идет 0,90. Здесь уже снизу, не помню, тоже вот шпатля. И здесь. То есть здесь оно уже заканчивается. Вот эта вот часть в автомобиле делалась. И вот здесь вот тоже идет шпатлевка. Сейчас вам покажу. Смотрите, ну он вырубился, чтобы батарейку не садить. Пипец мне дают мошки просраться. Сейчас, секунду. Так, смотрим. Вот здесь тоже лежит шпатлевка. И видим, как это место разрушается. Она идет где-то, я не помню, до какого-то этого места. 0,55. Все. Вот где-то вот от сих пор идет вот повреждение. При этом вот здесь я мерил арки, пороги. Здесь все нормально. То есть здесь никаких окрасов не было. Мое какое предположение, что скорее всего либо в столбик какой-то въехали, ну такой низенький, и повредили вот эту часть, и по касательной зацепили вот эту часть. И вот, в принципе, вот это в этом автомобиле имеется такой дефект. Где-то в своих роликах я говорил, что капот алюминиевый, но это, скорее всего, не так. Да не скорее всего, это не так, потому что капот тоже пробивается. 0,05. 0,05. Ну, капот полностью целый. 0,05. 0,05, да, капот целый, крышка целая. Ну и получается, что подкрашивалась именно эта часть. И именно там, где был ремонт, там у нас и появляется вот такая херня. Ну-ка давайте с этой стороны, кстати, посмотрим. Здесь я тоже когда-то подкрашивал. Но здесь видим мы, что здесь имеются клепки, то есть дверь делали только наружную часть, ее тут не имяло. Ничего. Да, тут вот тонкий слой краски, то есть сюда оно ничего не дошло до стойки. Вот что и говорят, что если купить, найти сценика живого небитого, то кузов здесь будет очень-очень крепкий. Не знаю даже, что делать. Отдавать его в ремонт. Прошлым летом я ездил спецам. Заказали за вот это вот все. Получается, что
сниму дверь вот эту, перекрасят. Ну, то есть, понятное дело, тоже шпатлевку наложу, там все дела. И надо полностью красить порог, чтобы сделать арку. И сразу, как они говорят, надо красить полностью вот это вот все. Ну, то есть, всю верхнюю стойку. Не знаю, блин. Хотя мне знакомый говорил, что обычно красят вот до сих пор. И здесь полиролью убирает это все. Бля, вот это мне машкара дает жизни. Вот, в принципе, и все. То есть, приборчик этот можно купить. Лишним в хозяйстве не будет. По крайней мере, такие именно места повреждения автомобиля он точно покажет. Каджара пробовал измерять. И с ценника четвертого там все нормально. Там никаких проблем нету. В ближайшем ролике, кстати, будем полировать фары. Потому что они вот сверху уже довольно-таки конкретно помутнели. Но погода, конечно, шикарная. Бля, чего я не попырслся от мошек? Так, ладно, идем в машину. Пипец, я залез в машину, они вместе со мной залезли. Смотри, сука, их. Охренеть. Все, погнали, потому что сейчас сожрут и выплюнут. Лайфхак, чтобы прогнать мошек, открываем все стекла и набираем скорость. Сейчас повылетаю. Вот только началось тепло, появились мошки. У нас все как всегда. Ну что, я думаю, что 13-15 долларов, может даже за 20 стоит чуть-чуть отжалеть, купить. Но такой приборчик, в принципе, приобрести можно. Лишним он не будет. Даже про свой автомобиль узнать что-то новое. Будем снимать скоро ролик про люк, потому что много кто пишет. Но я вам сразу говорю, я его открывать, скорее всего, не буду, потому что я его не открывал уже, наверное, года 4. Были у меня с ним проблемы, когда купил автомобиль. Долго я с ним, с этим люком промучился, он свистел на скорости. Но я вам расскажу, как этот свист победить. Какие вообще с люком этим бывают проблемы. Ну, то есть про люк обязательно мы с вами скоро поговорим. Ну, а на этом этот ролик будем заканчивать. Спасибо всем большое за внимание. Еще раз, наверное, уже в каждом ролике буду говорить про то, что для общения лучше переходите в группу в Телеграме. Если там не я подскажу вам какую-то проблему, подскажут ребята, которые там уже подписаны. Там, кстати, довольно-таки грамотная, классная аудитория. Вам всем большой респект. Не буду, конечно, кого-то выделять. Вы там все крутые, особенно самые активные. Вы и так знаете, кто там самый активный. Я тоже, несмотря на то, что я, может быть, там не пишу, но я за чатом постоянно слежу, постоянно просматриваю. Так что переходите по ссылочке в группу в Телеграме, и я думаю, что данная группа поможет вам в решении любых проблем, связанных с вашим автомобилем. На этом все. Спасибо всем большое за внимание. Всем мира, добра и до скорых встреч. Пока.